Всем привет, вы находитесь на канале FastGore TV, и добро пожаловать в Marvel's Avengers. Возможно, финал, возможно, нет. Мы с вами вернули Капитана Америку в строй, и нам с вами остается выполнить подготовительное задание, которое нужно нам для того, чтобы быть готовыми к сражению, к последнему сражению. Давайте к нему приступим. Нам напомнили об огромном количестве доп-заданий, но мы сейчас пойдем и выполним... Собирайте усилители энергии с поверженных высших синтоидов, собирайте оптические декодеры с поверженных бунтоботов, собирайте чипы памяти с поверженных синтоидов. Какого хрена игра? Ты чё, ты серьезно сейчас? Да. Тут пришел паучок. Интересно, интересно. Интересно, вы, ребята, придумали, конечно. Так. Кто не задумывался мастерить мстителем снаряжение для грядущей битвы? Саймон просит вас помочь ему, собирая разбросанный по всему свету материал, а причем еще непонятно. То есть мне нужно найти миссию. Типа, в принципе, высшие синтоиды окей. Вот бунтоботы. Вот бунтоботы — это босс, которого мы убивали, если вы помните. Прошлой серии. Вот это был бунтобот. То есть чисто технические. Так, но это надо искать задание, наверное, все-таки в пустыне. Давайте сходим тогда на сюжетное задание. Может быть, Кэпа тогда. Главный узел спутниковой связи АИМ. Посмотрим, насколько мы сможем это сделать. Я просто, честно говоря, не понимаю... Нахрена, во-первых. Так, доктор Хэнк Пим просит мстителей помочь вырвать группу беженцев не людей из когтей, а им, да? Давайте сначала пройдем. Давайте пройдем сюжетное задание Кэпа. А там посмотрим. Блин, честно говоря, это такой бред. Ну да ладно. Аим's been spreading their lies about the resistance for way too long. It has to stop. It's time we replace their poisonous lies with the truth. But their satellite array is vast. As long as that network is in place, they'll control the narrative. Jarvis has identified several AIM satellite hubs that control their communications. I see what you're thinking. If we can take one out, their network would collapse. At least for a few hours. We'd be able to send messages to the entire resistance. Temporarily. So we'll have to make every word we broadcast count. We don't have any weapons strong enough to take out a satellite, so what's the play? The satellite is connected to Earth by a massive space elevator. That's how we'll get up there. Впрочем, кроме вот этой катсцены, никакого особо задела у этих заданий не будет. Ну, возьмем Кэпа, так уж и быть, на эту миссию. Блин. Они вот так вот решили это реализовать, вот так вот. Какой кошмар. На этой миссии не будет никакого бунтобота, к сожалению. А нам вроде как надо два. И это вообще жесть. Типа, ингредиенты, синтоиды — это вообще не проблема, то есть они... Что высшие, что обычные, встречаются периодически. Ну, вот бунтоботы — это, конечно, жесть. Либо с одного может выпасть сразу несколько, либо надо реально убивать двух. Так, а нам нужны синтоиды. И высшие синтоиды, да? Нет, тут немного другое еще. Победите экзо-монотрона. Это немного не то, что я ищу, по-моему. Потому что
Потому что синтоиды это, в принципе... А, господи, я Старка перепутал с синтоидом. Потому что, видишь, даже прото-синтоиды подходят. Сейчас с бунтоботами-то делать, мать твою? Вот это вот я прям... не понимаю. Да боже мой. This is gonna hurt. Excellent work. Extracting the launch codes now. Что-нибудь полезное упало? Вообще нет, да? Not quite. The elevator is controlled by a multi-point authentication system powered by three junction boxes. Jarvis will need control of them to fake the authentication to get you inside. Why can't it ever be easy? Так. They never learn. Интересно, кстати, нужно ли будет синтоидов самих фармить, то есть, типа, с них каждый раз выпадает нужный предмет или нет? A shield ally is in trouble nearby and needs your help. Sir, aim is now on. Get access to the three junctions, keeping the security system locked down, so Jarvis can get inside. Aim's gonna try to kick him out, so you'll need to keep their forces at bay. А, за КП это будет не очень удобно делать. How's Jarvis doing, man? The ones and zeros he's spitting out seem promising, but we need to keep control of the junctions. Hold still. Aim's got control of a junction. They're trying to lock out Jarvis. С этих падает постоянно. Да что ж вам так и надо-то захватывать все подряд? Aim's got a junction back. The more junctions, the better. Keep at 'em. Я просто продолжаю путать Старка с противниками. Прикалываешься, почему так похож на них? Jarvis is gonna start now. Ну вот, двоих убили, с обоих выпало. You have to get aim off those junctions. Я же говорил, это вообще неудобно делать за КП. Aim's got control of a junction. They're trying to lock out Jarvis. Было бы это что-то летающее. А подожди, они АВ взломали. Секундочку. А, подожди, бунтобот, смотри. Так они бунтобота называют не только огромного. Я никогда не обращал внимания. Тогда, может быть, это и не вызовет такие проблемы. Так, из него выпадет предмет. С него не выпал предмет. Надо еще одного убить. Вот с них, наверное, все-таки падает не с каждого. Вот с этого выпало. Это одно из двух. Одно из двух, нет. Я бы не взял. Да, отлично, отлично. Все хорошо тогда. Тогда разберемся гораздо быстрее, чем я думал. Возможно, даже только одно задание потребуется.
Вот. Но вот эти типа а-ля сюжетные задания у каждого персонажа, они вот такие вот. И это мне вообще не нравится. All security locks on the elevator have been disabled. You're clear to go, Cap. All right, this is it. И кто, может быть, будет писать, что типа это интереснее в коопе? Мы играли в бету? Вообще нет. Так, нам там вроде только элитный нужен, да? Everyone hold on! No telling what kind of defenses this satellite has. We get in, set the place to self-destruct, and then get the hell up. Clear? Crystal. Так что ищем элитного синтоида. Find the console to open the central hub's doors. Hostile spotted. I'm so proud of me. AIM really likes redundancies, don't they? They do. You gotta take everything down or that satellite will stay up. We're standing by, Cap. As soon as you take the satellite out, we'll send out a message as wide as possible. Nighty night, sweetheart! Power overloading across the station. Так, ну-ка, вот этих как зовут? Синтоид Адепт, возможно? Hey, where did this thing come Каков from? Шанс, что он реплики? О боже. Это бунтоботы! Не работает просто этого абсолютно ничего. С товарищей ничего полезного не падает. Ай. Нечестно. The communication array is beginning to fall apart. We're able to transmit to our outposts on the east coast. С каких пор они научились летать? Так, ну-ка, все-таки синтоид адепт, возможно, да, заколебал это делать. Да пипец, я просто ни хрена двинуться вообще не могу. Слушай, ну либо просто адепты это все-таки не те. Там подразумеваются какие-то другие, правда, я не знаю тогда какие. Не открывается, не тот лифт. А. А у меня герой не тот. Потому что надо кнопку нажать. Я думал, там типа надо почетче. You have 30 seconds remaining. Warning. Station integrity critical. Please evacuate immediately. Да, ну вот, в общем-то, мы все сделали, вот тебе и все задание. То есть, как бы тебе объясняют его контекст.
И на этом все заканчивается. Просто вы идете, что-то там убиваете, активируете какие-то терминалы и такие, а, ну все, вы прошли. Так, ну ладно, ничего страшного. Лишним прокачать Кэпа перед финальной битвой тоже не будет. Я думаю, что Кэп 100% на нее идет. Видимо, кстати, не идет Халк. To anyone out there resisting the tyranny of AIM, to everyone who's scared or doesn't know where to turn, the Avengers are back, and we won't let you down again. Так, ну мы в итоге не сделали, да, только усилители энергии с поверженных высших синтоидов. Где нам взять высших, мать его, синтоидов? Вот в чем вопрос. Можно попробовать пойти выполнить задание Тора. Например, за Тора. А, в задании доступен Тор. Герой будет автоматически назначен. А, но я смогу выбрать. Ну, то есть он там в любом случае будет окей. Некто, выдающий себя за Тора, основал секту ученых-выходцев из АИМ, называющих себя пробудившимися. Тор должен отправиться в Скандинавию и выяснить, что те замышляют на самом деле. Там могут не быть синтоиды. В чем проблема? Где прям вот 100% будут синтоиды? Завод по переработке протосинтоидов. Сопротивление обнаружило местонахождение ценного объекта в лаборатории по исследованию Терригена. Вот тут 100% что-то есть. Протосинтоиды. Это они? Хрен пойми, честно говоря. Так, давайте что-нибудь прокачаем Кэпу. Ёлкин. Ёлкин-палкин просто. Что здесь есть вообще? Все ставим ему 16 уровня предмет. Элитные вещи надавали. Там 13 уровня шлем, которого не видно, к счастью, кстати. Так, окей, ну я, наверное, возьму вдову. Ну, либо, кстати, Тора. Я вдову. Я хочу еще за вдову поиграть. Я не знаю... кем меня кинет финального босса убивать. Скорее всего, разными. Скорее всего, там будет всякая смена. Ну, неважно. Найти, блин, убить элитных синтоидов. Вот это вы, конечно, придумали геймдизайн. We'd like to get hold of any materials they've been using in their research. But first we must gain access to AIM's laboratory pods. Заставили меня все-таки пройти, поиграть в дополнительный контент. While I hack into their system. Warning. This area will be well defended. Ну, элитно, 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 не спорю. Поехали. Мне нужны высшие синтоиды. Get me to the location on your heart. Протосинтоид. Высший синтоид. Он криво синтоид, вон тут дофига синтоидов, сейчас что-нибудь найдем. Кто-нибудь из них точно понадобится, я уверен. Так, синтоиды закончились. Вот эти миссии, они вообще короткие. Тут просто делать нефиг, тут пару комнат чистишь и все. Высшие синтоиды, я не очень... Не очень могу вспомнить, какие даже это могут быть. Высшие. Это бунтобот. Куча протосинтоид, просто огромная вообще каша, блин. И тут как бы есть еще местный бестиарий противников, можно там в нем посмотреть.
Но синтоиды этого должны быть типа роботы белые. Либо не белые, но вот какие-то похожие по силе вот на вот этих. Ничего не падает, народ. Это что-то не то. Мне нравится, что игра вообще настолько перестает в какой-то момент понимать, что происходит, что просто звук уже перестает подгружать даже. Да все, все, отмени ты таргет, господи. Порылость просто пипец по управлению. Тут можно с него он выпадет? Смотрите, какой сильный противник. Элитный экзо. На тех, конечно, надо будет поискать. Я сейчас посмотрю, вообще мы с ними сталкивались или нет. Потому что я просто не понимаю, кто это. Я не особо обращал внимание на название противника. Потому что эта миссия, ну как бы вся. Да. Высшие синтоиды. Есть те, которые типа с посохами такие ходят. Well done. The resistance now has access to the research pods in this laboratory. With any luck, we can ascertain new information on their inhuman research project and hopefully use it to protect more of our people. Так, давайте-ка посмотрим коллекция. Протосинтоиды. Чумной, Блиц, протосинтоид. Это разнотипы. Разнотипы. Регионы, синтоиды. Синтоид, выше... А, вот, высший синтоид адепт. Ну да, это вот те, которые должны быть... Элитный синтоид адепт, они просто должны рандомом выпасть. Это печально. Ладно. Хрен с вами. Я мог особый прокачать, но ладно. Что лучше это или это? Это лучше. У-у-у. Какой кайф. Так. Ну давайте еще какую-то миссию найдем, значит. Какую-нибудь миссию все-таки с Тором, что ли? Типа не знаю. Это должно быть задание. Что-то обнаружил очередной массивный дуговой реактор, а им попросил Мстителя его уничтожить. Типа, по сути, надо, чтобы просто выпало. А, это задание уже выполнено. Давайте сходим на Тора. Shield intercepted a somewhat bizarre exchange on an old AIM frequency. I have seen much that mortals would deem bizarre. Listen for yourself.
That's my voice. Да, прям очень отчетливо слышно, как это твой голос. Jarvis, what can you tell us? Only that the communication originated in Scandinavia. I have no records about any Woken. This cannot go unchallenged. We leave immediately. В любом случае, все так или иначе связано с Аимом, поэтому я думаю, что там есть шанс, что выпадут синтоиды высшие. Но это чисто рандом. Будут они там или не будет их там. Я надеюсь, что будет. Было бы неплохо. Потому что, что-то, честно говоря, доубиться с этой миссией так долго мне не очень хочется. Типа, я хотел бы попрокачивать персонажей, но, блин, не в сюжете. We need to find out who these Woken are and what their prototype device does. Я уже понял, что по большему счету все прокачка, она как-то больше тоже смещена именно в мультиплеер. Как видите, мы не особо много уровня поднимаем. Так что как-то так. Message originated from this forest. Records show there's a decommissioned AIM base here. And yet the buildings remain. That's not AIM protocol. They'd usually strip it clean. The mystery deepens. I begin to suspect AIM never left this place. I'm not so sure. This doesn't feel like their MO. Either way, let's get to where that call came from. Синтоиды, чертова твою мать. Я вас жду, давайте. Так, ну, тут вряд ли, да. Надо вот именно в мясе их искать. То есть, если высший, там прям так будет написано, что это высший синтоид. Синтоид. I'll scan the monument and get answers. I don't think these Woken can be reasoned with, sir. Бунтовод. With the gods' might, your defeat was inevitable. Возможно, имеет смысл просто элементарную сложность поставить чуть побольше, правда, будет невыносимо сложно. Потому что у меня уровень это типа не предполагает. Ну, а может они там заспавнятся, не знаю. The monument also appears to be a signal transmitter. Indeed. It's linked to a nearby structure that just started emitting strange energy readings. Then our mission is clear. Surely our imposter in this machine lie within. Check it out. The structure is sealed. But I should be able to bypass the main door controls. Вот это какие? Это бунтобот, да? Yes. Either they're part of AIM or some kind of radical offshoot. Look for a chest with gear nearby. Бунтобот обычный причем. Тут больше никого нет, бессмысленно. Блин, это такой бред, это просто пипец. Это такое тупое задание, просто кошмар. Ну, это такое, это знаешь, типа а-ля Grindwall. Это а-ля Grindwall и очень сильно растягивает просто время. Хотя оно, по сути, вообще никому не надо. Another trap. Destroying the nearby transformers should bypass the security systems and allow us access. Пожалуйста, спавнится синтоиды. Давайте, я надеюсь на высшего. Хотя бы одного. Мне нужен один. И чтобы рандом, с рандомом вызвало. Good. 50%.
your lucky day. Only two more to go. Yes, I do, Bugs Party. Watch your eyes, everyone! Живик. I'm in some trouble here. А я хотел наверх. Класс. Оказывается, если ты в Беврёсте, то ты тоже обязан соблюдать правила физики. Кто бы мог подумать. Your knight in high-tech armor is here. Пипец вообще. I'm in some trouble here. Witness my power. Farewell. Thanks, pal. Я так понимаю, ни одного высшего здесь нет? Где он? The door is open. Who dares force entry to our holy shrine? Charlatan! It is I, the true god of thunder. Face me then, and let your lie be exposed. Welcome, interlopers. Thor? This is pretty weird. And annoying. Face me in battle, deceiver, and we shall see who is worthy of the name Thor. Oh, my worshipper's faith is not in question. Woken, hear me! The false god comes! Destroy him! Высшего синтоида, дай мне сюда твою мать. На тарелочке, пожалуйста. Меня заколебало это, серьезно. Я хочу убить босса, и да, окей, я завтра пойду в мультиплеер, ну, типа... Что это? I would not sully Mjolnir with your blood. Face instead my understudy. Coward! We shall destroy your automaton, and you next! Ha!
idea! By the power of the Allfather! Time for the big guns! Elements, attend me! Элитный миротворец. You got lucky, but I've covered our tracks. You'll never find us. I'll take that bet. I pity you. In league with an imposter. Вот это задание. Там что-то ломается в углу, блин. Даже не знаю, что выбрать. Ну, типа, явно не сюжетные задания чуваков, то есть это найти какое-нибудь, наверное, посложнее задание обычное. Там какое-то одно такое есть. The name of Thor has been used to sow lies. I will put an end to it, or die in the attempt. Вот это-то вообще жесть. Так, а так старая экспедиция. Это мы сделали. Тут вообще плюс 10, да? Не знаю, чуваки, а у нас выбора особо не остается. То есть, либо мы идем на плюс 10, либо мы идем на плюс 10, видимо, да? Либо мы идем на плюс 20. Либо можно попробовать пойти на... Ну, тут плюс 5, и типа все равно будет сложно. То есть, да, можно поднять сложность там, например, до... До плюс 15, и здесь 100% выпадет один. Давайте попробуем. Я возьму вдову, скорее всего мы нагребем, и мне интересно, обязательно ли проходить задание до конца. Типа, если, например, я найду одного, выбью из него предмет, который мне нужен, смогу ли я просто свалить, грубо говоря. Это было бы неплохо. Просто иначе я не знаю, где его искать, ну типа... Типа, товарищ такой вообще... Видимо, высокоуровневый. Просто так, то есть... Но при этом мы с ними встречались. Скорее всего, встречались по сюжету, правда. Вот я говорю, давайте попробуем сейчас протосинтоида на максимальной сложности. В принципе, плюс 10 не так много. Может быть, это сработает, не знаю. Defend the lab's main access point while I hack into their system. Warning, this area will be well defended. Мы там в бете, в принципе, проходили что-то вот в районе, там тоже плюс 10, плюс 15, плюс 20 мы даже проходили. Было, конечно, больно, но мы как-то это устроили. Get me to the location on your HUD. Да, потому что, видишь, урон-то как бы я наношу и нормально. И будут все те же самые, просто они будут типа уровни повыше. Все криосинтоиды, да? Ни одного нужного. Если ни одного нужного, то я пойду на другую миссию, мне как бы плевать. Давайте просто посмотрим, хотя бы есть они здесь или нет. Bypassing their security will take some time. В принципе, вижу, что особо нет. То есть, меняется только уровень. Правильно? Боец. Ну, пройти-то не вас. Синтоид. Бунтобот, синтоид, синтоид. Это все обычные товарищи. Ну, то есть выше, короче, высших надо искать, поняли? Типа, а можно выйти с миссии? Типа...
Это так тупо, если честно. То есть нужно просто выбрать какое-то другое задание. И типа там будут другие противники. Но у нас единственное, что не выполнено остается. Завод гидравлики экзокостюмов. Либо черным по белому пойдем. Давайте вот это попробуем выполнить. Если там не встретится, то я это сделаю за кадром, наверное. Это что-то такой бред, если честно, реально. Что-то ходить по разным, блин, миссиям однотипным. Выполнять и искать противника. Да пошли вы. Там нигде не написано, где они водятся, например. Да не. Вот есть просто высший криосинтоид, есть высший синтоид адепт и все. We expect the Avengers should be able to easily prevent. Несколько синтоидов. Take out any AIM forces you encounter. Застрелиться нереально, если это как-то займет время опять, то я просто побегаю по разным миссиям, посмотрю. Сделаю это за кадром, и мы в следующей серии уже в любом случае приступим к этой финальной битве. Эпичной финальной битве. Криосинтоид. Давайте я сражаюсь просто со всем. Протосинтоид, протосинтоид, криосинтоид. Подобная херня была в Энтоме, кстати. Там тоже был момент, нужно было кое-что зафармить, причем очень противное, гораздо противнее, чем вот это. И я знаю, что многие люди, в общем-то, после этого игру дропнули успешно. И не играли в нее дальше. То есть там буквально в сюжете нужно было кое-что загрыдить, кое-что очень противное. То есть там нужно было убивать противников, которые, во-первых, очень сильные, а во-вторых, очень редко появляются. These enemies must be defeated. И сплошные бунтоботы просто. Обычный криво. Класс. Просто какая-то рандомная штука с другого конца карты прилетела. Зато элитных миротворцев просто хоть обосрись, реально. Formation.
enemies have been defeated. Ни одного. Твою мать, буквально ни одного этого противника тут нет. Ни одного высшего синтоида. Вау, ну, значит, мы с вами встретимся еще в следующей серии. Финальной, я сейчас посижу, побегаю по миссиям. Я думаю, что в одной из... Типа, видишь, персонажи, точнее, противники, в зависимости от миссии, нифига не меняются, от сложности миссии, точнее, у них просто повышается уровень, значит, они должны появиться там, где вот они просто появятся. А это значит, что мы с вами увидимся в следующей серии. На этом пока что все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А также не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока.